На крытых кортах теннисной школы имени Шамиля Тарпищева в разгаре финальные соревнования сезона. Осеннее первенство Республики Мордовия по теннису среди юношей и девушек до 15 и до 19 лет. Здесь спортсмены могут показать, какого прогресса достигли в этом году, и увидеть, как играют их сверстники из других регионов. Хотя состязания и носят статус республиканского первенства, по факту это довольно крупный межрегиональный турнир. В нем принимает участие 101 спортсмен из 27 субъектов и 39 городов Российской Федерации. Честь Мордовии защищают 15 теннисистов из Саранска и Лямберя. Маргарита Штанова – одна из хозяек саранских кортов. В одиночном разряде наша спортсменка завершила выступление во втором круге. Но в паре с Кристиной Федюшкиной из Волгограда всерьез нацелена на медали турнира. Вообще в любом турнире надо хорошо выступать. Это дает тебе призовые очки, рейтинговые очки. И благодаря этим очкам ты поднимаешься на рейтинге РТТ. И уже через них, то есть, можно отследить свой уровень. То есть есть девочки, у которых по 3000 очков, есть у кого-то там за 1000, есть у кого-то 500 тысяч, 50 очков. Вот. У меня почти 1000. Корты саранской школы Тарпищева хорошо знакомы многим из участников нынешних соревнований. Но есть и те, кто приехал в наш город впервые. Среди них Евгения Палагина из Липецка. Я посещала Рязань, Тулу, Москву, Воронеж, Люберцы. Вот приехала в Саранск. В Саранск приехала выиграть, ну, набраться в первую очередь опыта, потому что интересно с разными игроками играть. Мне здесь очень нравится. А вот тамбовчанке Евгении Богдановой саранские корты хорошо знакомы. Она приезжает в столицу Мордовии уже в четвертый раз. И в прошлом году даже выиграла зимнее первенство республики. Я приехала как бы поиграть, потому что долгое время не играла в соревнования. Тоже как бы набраться опыта и желательно выиграть. Академия, ну, в целом хорошая. Мне условия тоже хорошие. Мне все нравится. А вот на наших открытых кортах не играла ни разу? Я играла 2 года назад, но безуспешно. Ну, сейчас после реконструкции наверняка лучше сыграет. Да, думаю, что смогу сыграть лучше. Сыграть на обновленных летних кортах школы Тарпищева теннисисты смогут уже в следующем сезоне. Масштабная реконструкция, первая за 24 года существования комплекса, подходит к завершению. Те корты, которые были построены 24 года назад, они у нас верой и правдой отслужили благодаря уходу за ними. Вот. Сейчас будут, собственно говоря, абсолютно новые корты. Идет уже окончание работ. То есть уже установлены на кортах стойки для сеток. 2 корта осталось уложить разметку. Ну и дополнительно сделали еще 2 корта. Освещаемых. Более 1000 тонн щебней и фракций. Полная замена ограждения, покрытия, прокладка новой дренажной системы. Обновленные летние корты школы Тарпищева ждут своих посетителей в следующем сезоне. Но в Саранске сильнейшие юные теннисисты страны вновь соберутся уже в январе на традиционный турнир «Олимпийские надежды». Анастасия Мишкина, Александр Дюзяев, программа «Наш спорт».